Здравствуйте, меня зовут Элма Бихлюли, я из Косово, приехала из Приштины, учусь в факультете турецкого языка и литературы. Сейчас я учусь в подготовительном курсе турецкого языка. Я начала увлекаться иностранными языками, особенно турецкому языку. На самом деле турки и албанцы имеют историческую, культурную и языковую связь. В албанском языке много турецких слов со времен Османской империи. Поэтому я не затрудняюсь с турецким языком. Турецкий язык начал мне нравиться. Во-первых, мне очень понравился Стамбул. Я всегда хотела побывать в другой культуре и обучаться другой образовательной системе. В этом плане мне посоветовали Стамбульский университет 29 мая. Тут много возможностей, много разных стипендий. Думаю, что общежитие, в котором мы находимся, является одним из лучших. Я выбрала Турцию и Стамбульский университет 29 мая за их предоставленные возможности и академический уровень. Как и говорилось, предоставляется много возможностей, разные стипендии, бесплатное проживание и самое главное – подготовительный курс турецкого языка для иностранцев. Это очень помогает нам. Тут много походов, поездок и спортивных мероприятий. Я могу работать как преподаватель в своем факультете. Могу проводить академические исследования. Тут много возможностей для работы. Между албанцами и турками много связей. Балканцы в первую очередь в основном выбирают Турцию, потому что у нас похожая культура. Это честь для нас быть студентами Стамбульского университета 29 мая. Мы ждем вас в Стамбульском университете 29 мая.